Санька, ты где? Да-да. Ой, я думала, ты все там. Санечка, потом мне надо платье достать. Я не могу с печеньки снять. Ты на трудом ты не поел. Это что, грох насыпался? Вот и все вместе. Так, тебе все больше надо. Соня, дай собаку мне. Давай, что-то ешь. Сынок, а где мусорное это ведро отсюда? Там оно внизу. Ну, надо же упасть тебе. Все вывалили, все лекарства добрые вывалили. Ничего не ест. Ты на пиво нет? Нет. Давай что-то это находи, доверить, матушка, ты что? Она сама-то не больно. Гонит тебя, только гонит. Ой, дай тебе не здоровье. Какую кабану попали.
на чайку, может, песку накрикну тебя. Господи, благослови, дай мне дорогу.
Неправильно одели. Я тихонько на правую сторону возведем. Тихонько. Больше вытаскиваем, больше вытаскиваем. Так. Тяни. Ага. Все, молодец. Спасибо тебе, пробуйте. Кто-то демисезонный унеси все-таки. Я думаю, что это унесла Наташка. Да. Ой, ты так нацедился весь прямо в этой квартире. Куда я палки-то делала? Кофта пусть это будет. Там сегодня нельзя в комнате находиться, она садит. Давай, поешь и отдыхать я на диван в большой комнате. Еды-то у тебя нету, Санька, да? Угу. А в холодильнике? Ты что, матушка? И колбасы нету? Я видела, сосиски вроде были вверху. Посмотри там.
насыпала. Вот я не догадалась, не надо было полметра. Опять ее высыпали люди. Где Таня Вень находится? На унеси на место. Нагрудила, а выносить-то дядя. Как они работают легко. Здесь люди все делают. Это что, где палки-то оставили? Ни одной палки нету. Не надо мне походить. Это еще что, убираться или приготовление? Или смотри. Если она погибала, то она уже...
мне никто нужен. На Санечка, не нужно за что было. Военная галинка вся помазала. Коленки. Поясница маленько помазала. И видишь, что Левохан, когда достается, то ты все выворотишь. Ой. Тебе здоровье, чтобы ты не болел, матушка. Все тяжести на твою шею легли. Санечка, ты посмотри на балконе у меня. Должна быть узел с трусами. Я вывалила их туда. Ой. Так. Я ни одного платья одеть не могу. Сами у меня руки не поднимаются. Ну ладно, что. Своя изжила уже. Все подушки, подушки-то не догадались выбросить-то в квартиру, в комнату. Делай, что ты знаешь, что делай. Ничего не думай ни в чем. Только думай, тебе надо жить, жить. Я тебе желаю здоровья и долгих лет жизни. Больше ничего не желаю. Как будто у нас грузчики есть. Она тоже должна помогать выносить-то была. Может, Бог даст терпение, Санечка, перетерпишь. Только смотри, питаться надо обязательно, у тебя вес теряется. Денежки-то хоть бы сохранились, никто не украл. Сейчас под голову ничего положить нету. Ну и шифонеры можно. Пульта. Дай тебе работу. Александру так. Господь батюшка, здоровья. Долгих лет жизни. Не знаю, Наташа-то придет, не придет выносить-то. Ты что, она тебя руку просила, а? Ну.
они тоже, мне кажется, то пьют, дай Господи, ты теперь не живой, Александр, забери. Меня руки-то не поднимаются, не плачь, даже одеть не могу сами. Чего вот ей досталось? И так буркаю, все делал. Одеял-то нету, даже одеться-то как на человека. Надо там лежать будет. Саня, колбаса-то есть, наверное? Сосиски, что-нибудь ты лишнее снимешь? Я помалую маленько. Ешь, давай, я тебе не буду мешать. Ну, вынесем, сегодня доставим. Чего? Выветривать-то завтра только? Ну ладно, делай давай, не буду я ничего тебе мешать. Горячим это пальто, утошили все-таки. Ешь их довольно много. Пульта с вешалок можно взять, да и не одеваться. Ой, Эльвира, не выгоком-то все, ты все бурлишь. Конечно. Из этой коробки не убрался, ладно? Да-да. Не убрался.